доставки американских сухих тряпок. Какая-то непонятная еда. Такой не продается ни на Украине, нигде. Пакеты из... Вот они там сзади меня. Из Duty Free. Бобы иностранные. Вот. Jordans, мюсли. Батончики. Откуда? Где же что производство-то? Великобритания. Очень интересно. Там лапша быстрого приготовления, но не наша, не украинская. Вахты. Чай тоже британский лежит.